меня ребенок с подругой со школы шли, возле второго, вот с этого садика нашего первого. Въезжать-то начали, а тут щенок выбежал. Собаки эти три разорвали щенка, она домой пришла в истерике. Стаи по 10-30 собак. Долгое время их в камне никто не отлавливал. Популяция резко выросла. Пугают, нападают на людей 250 бездомышей. А денег, которые выделили краевые власти, 190 тысяч рублей в год, хватит на отлов лишь 27 животных. Помог бы приют, говорят в муниципалитете, но его в городе тоже нет. Хотя подходящие здания есть. Но с недвижимостью не готовы расстаться народные избранники. На одной сессии депутаты пожалели бесхозное помещение, где можно разместить до 300 собак. Пока вопрос не решен, но я думаю, что мы будем еще раз разговаривать с депутатами, убеждать их, потому что необходимость такая есть, он нам необходим. Без приюта мы с этой проблемой не справимся. Вот то самое здание под приют. Евгений Гайдадым, который занимается в камне отловом собак, готов переоборудовать помещение под веткабинет и сделать операционную и соорудить клетки. Но пока это только в мечтах. Лечить отловленных собак подрядчик вынужден за 200 километров в Славгороде. У кого есть кормы, эти печенье, вафли едят, все едят. Приюта у него как такового нет. Люди попали к нему в приют и сняли, видеосъемка прилагается, этот приют, так называемый, который не соответствует федеральному законодательству, не соответствует нормам. Один не соответствует, а другого просто нет. Совет депутатов, видать, что-то нашел в этом, не знаю, корыстного, может быть, или как это, я не знаю. Здание это стоит на продаже. За это здание, они, если не ошибаюсь, просят 400 тысяч рублей. И аренду по квадратуре, которая там есть, мне она будет вылазить в год порядка 300 тысяч рублей. Много очень сильно головных болей с этим зданием, вообще с городом Каменная Обитель. И, наверное, скорее всего, просто будем завязывать там в виде деятельности. А вот в Залесовском районе подрядчики уже давно отказались от отлова, и не только потому, что стоит это 80 тысяч рублей в год, а из-за погрешности закона. Люди готовы приехать и готовы отловить. Они говорят, что да, в принципе, мы согласны, но в связи с изменением законодательства, тогда я должен это животное поместить в приют определенное количество дней, и мы посчитали, вот всего эта сумма хватит на 12 собак, 12. А мы передержим, мы опять их вернем. То есть, по факту, животных возвращают в ту же среду. Они вновь сбиваются в стаи, пугают и нападают на людей. Замкнутый круг, который не решить ни на уровне муниципалитета, ни уж тем более на уровне сельского поселения. Лай собак пора бы уже услышать в федеральном центре и пересмотреть подход к кусачьей проблеме. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Из дома.